Здравия желаю, товарищ президент. Дмитрий Юрьевич, без самоотчетов я хотел бы услышать главное. У нас уголовных дел экстремистской направленности было немало. Даже какой-то, образно говоря, запас у вас образовался. Мы тогда договаривались о том, что мы должны оперативно рассмотреть уголовные дела экстремистской направленности. Какова ситуация? Второе. Мы создали подразделение по противодействию киберпреступлениям. Как оно работает? Я все больше и больше слышу информацию наших СМИ о том, что это очень важное направление, и преступлений в этой сфере меньше не становится, к сожалению. И прежде всего по вине наших граждан. Поэтому было создано соответствующее подразделение. Какова здесь ситуация? Как она работает? Были определенные тревожные сигналы и по Следственному комитету. Но что тут скрывать, поэтому пришлось и руководство чувства приводить. Вы стали председателем Следственного комитета. Что за это время изменилось? Как работает ведомство и конкретные сотрудники? Вот ряд вопросов, которые я хотел бы сегодня обсудить. Ну, если у вас еще будут вопросы, пожалуйста. Оперативно, кратко. Товарищ президент Республики Беларусь, одно из приоритетных направлений работы Следственного комитета на сегодняшний день – это выполнение поручения по снижению остатков уголовных дел экстремистской направленности. Ну и, естественно, выявление и расследование новых преступлений этой категории, которые мы совместно с оперативными службами, с МВД, с КГБ выявляем до настоящего времени.